Основные масленичные гуляния в Одинцовском городском округе пройдут 29 февраля и 1 марта. Предполагается, что участие в них примут не менее 20 тысяч человек. Центральной площадкой для проведения широкой масленицы по традиции станет Захарово. Гуляния на Пушкинской поляне стартуют 29 февраля в 12 часов дня. В программе мероприятий игры и забавы, ярмарка, песни и пляски, мастер-классы. Здесь будут кузнечная мастерская и настоящая звонница. Встречать весну с одинцовцами будет народная артистка России Надежда Бабкина и театр русской песни.